Вова, смотри. Тоже вот это. Ты помнишь, 12 час, сейчас совершенно спокойно, без Орова, да? Я себя прошу по-человечески, сейчас спокойно выходить без Орова. Ты помнишь, что у нас... Ну, во-первых, поздно ребенок... Так, где Инесса? Все прилично. Отпусти, пожалуйста. Я Инессу жду. Бог со мной. Напишите, пожалуйста, Вале, чей телефон. Я добавила, что она не хороший человек. Где Инесса? Она что, вообще офигела? Да что ж, мне колбасу никто не купил. Все мужики уроды. Маш, жадные, мужчины жадные. А? Вот я подумала. Я подумала, мужчины жадные. Вы знаете, вот когда Маша... мужчина сказал, это два мужика сказали, а вот на губы... О, там... Лиза, привет, пиар к окну! Секунду. Ручку целуй. Если бы она сказала, вот просто вот реально человеку нечего есть, и попросил 100 грамм колбаски, любой, самой дешевой колбасы. И мужики, нет, чтобы просто я купить, в шоке. Знаете, ну за 50 рублей. Все меня обожают. За 50 рублей, на сколько? Они же не дали. И девочка какая-то голодная пойдет на панель, представляете? Да, на панель-то еще ладно. А как ладно? Ладно, как ладно? А что? Так тасу. Так там надо, чтобы тоже взяли. Там ну, тоже конкуренция. Да, там девочка, я просто вот удивляюсь, как все-таки, ну ладно. Оля расстроена. Ой, Инесса пришла, давайте ее давай. Нужна колбаса, ты не нужна. Я просто. О, дождь пришла. О, привет, моя дорогая. Так, Инесса, давай меня посмотрим быстрее. Меня давай, моя дорогая. Так, слышно меня? Сколько у меня уже тут по поводу тебя. Меня атаковали. Так, давай, давай, моя дорогая. Тебя. Мне очень плохо слышно, Машуль, повтори, пожалуйста. 10-е, 89-е, что меня ждет? Это на тебя, да, Маш? А? Маша, что-то будет опять проблематично. Вызовут куда-то. Да. Слышишь, Маш? Казенные люди падают тебе. Казённые люди. Бля. Опять какой-то неприятный разговор будет. Какой у нас муж? Поняла меня? Угу. Ещё о чём? Так, сейчас посмотрим, Машенька. Вопросов. Тебе уже. Сейчас... Что-то у меня... Телефон что-то у меня глючит. А мне? Что плохо слышно. Так. Давай сейчас я еще на тебя дальше посмотрю. Давай. Маша, у тебя будут... опять в этот казенный человек тебе упал. Какое-то выяснение будет вот с этим человеком, но это все связано с мужчиной, Маша. Из-за мужчины. Поняла меня? И будет у тебя грубый разговор с ним. Прям с ним будет у тебя грубый разговор. Поняла меня? Да. Это в ближайшее время. Выпивка какая-то также ждет тебя. С подругой с какой-то. Стабильно. Ну, это как бы можно об этом... Да, я это не хотела даже говорить, но как-то выпал. Так, ну это ничего, это нормально. Так, ну что, давай отвечать на вопросы. 20.11.89, Ленара, будущее. У человека тоже проблемы. Проблемы, но только уже с больницей, с врачами будут проблемы. Походу к врачу ждут. Неприятные походу к врачу. Января 985-я Вера. Выйду ли я замуж, буду ли я самостоятельной? Самостоятельной. Посмотрим. Выйдет и будет у нее все хорошо. И будет у нее девочка, дочка. Ой. 06.05.86 Татьяна, будущее. Посмотрим. Грубый разговор с мужчиной, скандалы, ссоры, это в личной жизни, но все будет хорошо, карта хорошая упала. Все обойдется. Черная полоса пройдет.
10.08.87. Ирина, что меня ждет? Он сидит. Так, Ириночка очень переживает. У нее проблемы со здоровьем есть. Походы к врачу будут у Ирины. Хорошо. 26.01.93. Руслан, муж. Вопрос. Как обстоят дела со здоровьем? Будут ли улучшения? 26.01.93. Улучшение, смотрите, улучшение будет, но потом резко будет ухудшение. То есть улучшение, а потом резко ухудшение. Темная карта рядом. 21.08.2000. Виктория, что будет с работой? Ты где? Пропала? Ой, да, проблемы какие-то. С телефоном что-то говорит. Вы сейчас? Не знаю. Ты пока с своим поговорим. ДНС отключилась. А столько сообщений. Ты пока... Вообще миллион сообщений. Прям подряд читай, какие есть подряд. Сейчас, Ян, мы тебя прочитаем. Сейчас мы ДНС подключим опять. Она пока не... Вот она. Отправит запрос. Отправили. Сейчас она к нам подключится. Ой, у нас какие-то неполадки с интернетом. Так, дорогие друзья. Ой, у нас большие проблемы. А у меня еще батл, главное, продолжается. А у нас непонятно, что-то не то. Только мы все, сука, собрались... Мне пришло 585 тысяч сообщений, а Инесса не позаботилась о том, чтобы у нее был хороший интернет. Я недовольна, Инесса, тобой. Все, сейчас еще раз все подключим. Где она? Вот, у кого-то сын пропал. Инесс, ты нужна? Да шо ж такое? Да шо ж такое? Всем привет, любимые. Ожидание Инесс и Марк. Ты чему так плохо выглядишь, как будто тебе 40 лет? Ну, мне и не 15. Так что вы что на меня гоните? Колбасу просила? Просила. Мне не дали. Не дали. Никто, ни один мужик вообще такие жлобы. Я сказала, купи хоть кусочек. Парень был молодой. У него реально там 11 Pro Max. Вот, у него там и ключи от Porsche были. Что-то такой бред. Что-то с НС непонятное. А, она даже не подключается уже ко мне. Даже запрос не просит. Да какая разница, плохо, хорошо, не имеет никакого значения. Илес, что с тобой? Я пила вино. У меня еще батл всю ночь впереди. Я должна выиграть. Я всем желаю огромной любви. Слушайте, я просто не понимаю, что за дела. А вот Инесса. Пришла. Сейчас мы подключим. Инесса, что с тобой? Я... А ой, там... свет выключился. А что с интернетом? Не знаю, все вроде всегда нормально, а тут прям резко так. Так, 24.08.94. Юлия, Машунь, я выйду замуж. Так. Да, выйдет. И выйдет очень удачно. Мужчина будет ее очень сильно любить. 01.04.03. Татьяна, лично... Очень-очень важно. Умоляю, пожалуйста. Разочарование небольшое в личной жизни будет. Небольшое разочарование. 02.
02-01-63 Татьяна. Возобновляются ли у нас отношения с Бахтияром, отцом нашей дочери? Это очень важно, Инесс, давай. Пошимай. Нет, не будет. Там препятствия, моя дорогая, не будет. У нее черные карты упали. 05-2000. Будущее, очень прошу, скажите. 25-2000. Подставляла там. Новость неприятная. Она ждет какие-то финансы. Вот, беспокоится из-за финансов. Ждут ее деньги, но не такие, как она ждет. Вот я ночью. 20.12.2003. Что ждет? Прошу, умоляю, пожалуйста, умоляю, скажите. Встреча, около нее двое мужчин. Она перед выбором. Перед выбором около нее двое мужчин. У нее будет выбор какой-то. Один постарше, другой помладше мужчина. 24.08.92. Мария, скажите, пожалуйста, сбудется ли желание, какое у меня будущее? Смотри, значит, вот человек загадал себе карьерный рост и достичь многого в жизни. Достигнет она, достигнет, но есть у нее, как тебе сказать, или сестра, или ребенок, может быть, то есть проблема вот именно с этой девушкой будет, из-за чего она будет беспокоиться. И она очень переживает. 15-12-87 выйдет ли она замуж? Потому что у нас нет времени по 2 часа на каждый вопрос отвечать. Все подписчики хотят. Все не получится. Так, выйдет замуж она. Выйдет замуж, будет у нее счастливый брак. 22.05.96. Будут ли дети? Пожалуйста, Анастасия очень волнуется. Детишечки. Есть препятствия. Есть препятствие и какая-то темная карта. Лучше сделать полный расклад. Кстати, полный расклад у НС стоит 1000 рублей для тех, кто от меня приходит из прямого эфира. 23.05.02. Ксения, будущее. Так, для Ксении. У Ксении пустота сейчас. У нее депрессионный момент в ее жизни. Все связано с личной жизнью. Депрессия из-за личного, на личном фоне. Пока в депрессии она. Ну ладно. 27.02.1987. Анастасия, будущее. Грубый разговор, но удача рядом. То есть пройдет. Весь негатив пройдет. 07.03.80. Оксана, будущее. Все прям так будущее хотят знать. Ну, будущее такое, что будет разочарование в подруге, в близкой подруге, которая рядом с ней. Двухличный человек рядом, она что-то такое узнает, прям будет у нее разочарование большое. 06.08.91. Мария, будущее, пожалуйста. Разрыв в отношении. Или девушка недавно развелась, или будет вот-вот-вот на пороге уже разрыв отношений. Будет развод. 06.08.91. Будут ли дети? Елена. Очень важно. Очень переживает. 06.08.91. Очень переживает. Ну, есть проблемы. Проблемы по здоровью. Нужно обратиться к врачу. Есть проблемы, есть. Вообще карта беременности падает, но нужно обратиться к врачу. 09.08.86. Милана, умоляю, скажите, что со здоровьем? Очень переживает. Ничего такого криминального не вижу. Плохого ничего не вижу. Нужно... Если что-то болит, пускай обратится к врачу. Что связано с магией, не вижу. 12.06.96. Дарья. Будет ли второй ребенок?
Будет. Мальчик второй. 12.07.80. Светлана, что дальше будет со здоровьем? Ну, здесь прям сразу. Хирургическое вмешательство будет. Серьезная проблема со здоровьем, серьезные проблемы. Будет хирургическое вмешательство, слезы будут. Какая-то такая тяжелая болезнь будет у человека. 02.07.2003 Ксения. Счастливый ли брак у меня будет с мужем? Да. Люди друг другу подходят, но будет мешать какая-то дама. Скорее всего, свекровь будет очень много лезть в отношения. Нахрен свекрови лезут в отношения? Я просто не понимаю, как у них совести только хватает. 01.13.2004 Иван, будущее. Так. Вообще карта падает разведенного человека. Скорее всего, он разведен. Будет хотеть вернуться в прошлое, но прошлое для него закрытое. Будет у него новые отношения. 06.04 Зарема очень просит сказать, какое у нее будущее. Очень вижу много печали, и сердце у нее тревожится из-за какого-то мужчину. Знаешь, как будто упущенная какая-то любовь, которую хочет вернуть. А стоит ли возвращать? Делать... Ну, смотри, здесь я вижу чувства, но чувства как будто бы уже вдалеке. Если только возобновить, тут нужно все смотреть именно вот прям досконально. А что с прямым эфиром? Мам, он заел? 150 человек, все ушли, и нас надо перезайти, наверное. Давай, давай, моя дорогая. Все, заедем. Да, что надо. Давай.